Привет, друзья, привет, зеленушники. Мы опять же продолжаем тестировать, но матрас мы уже протестировали. Сейчас он просто растет на подложке на нашей нетканом материале. Потом вспомнили, что у нас есть горох-то обыкновенный, фуражный. И также посеяли три лоточка на нетканный материал. И один, конечно же, посеяли на вермигрунт. И вот очередное неоспоримое доказательство, преимущество вермигрунта. Посадка одинаковая, а вот рост разный. Вермигрунт и подложка. Так что это большущий плюс тем, кто еще сомневается. Здесь всего ничего, чайная ложка этого вермигрунта. Вот так. Вот я так покажу. Так и так. Разница есть, конечно же, есть. Так что, ребятушки, вперед за вермигрунтом!